Добрый день, уважаемые читатели блокнота Волгограда. Мы находимся в Тракторзаводском районе Волгограда, где, скажем так, местные жители пожаловались на то, что здесь происходит. Смотрите, на фоне домов здесь огромная куча мусора. Это на территории рядом с кислородным заводом. Наш журналист был здесь около года назад. Такого масштаба трагедии не было. Вот видите, что здесь наша замечательная река Волга. И сюда свозят все, что угодно. Сейчас вместе с вами просто пройдемся. Я вам покажу масштаб трагедии. То есть кто-то сюда сознательно свозит различные стройматериалы, бытовой мусор. Там вы не впереди, если видите сейчас не так сильно, но там дымит постоянно вот этот вот свозимый мусор. То есть, по всей видимости, его сюда привозят, сбрасывают, поджигают. Стоит едкий дым. Интересно, знают ли районные власти об этом, городские, соответственно, надзорные органы. Видео делаем и фоторепортаж специально для того, чтобы обратить на эту проблему внимание. Сюда идет, на самом деле, всего одна дорога, которую, наверное, нет проблем перекрыть. Вот, смотрите. Сейчас идем дальше. Надеемся, что власти обратят внимание на данную проблему. Понятное дело, что когда вода будет стекать, здесь овраг, весь этот мусор окажется рядом или даже в Волге. Просто показываем, идем по дороге. Печальное зрелище. Это, наверное, метрах в 50-100 от проезжей части. Совсем недалеко здесь стоят дома. Очень хотелось бы, чтобы власти и надзорные органы обратили внимание на данную проблему. Здесь же бездомные собаки.